пошли еще на ТЭД и еще раз все это прокрутили. То есть уже снова с другого взгляда. Но и... смотри, в ваших же отношениях следующее, что Маша, в ее чувствах к тебе там нет сомнений, а вот в твоих есть вопросы, потому что это ты пишешь вот эти комментарии глупые с аббревиатурой, я бы вдул, и это ты говоришь, что как бы не хочешь ее, как других девушек, и что расставание вот-вот неминуемо, эти фразы идут от тебя. Все так, действительно, эти фразы шли от меня. И запутанность в чувствах и непонимание чувств Маши, своих чувств, оно тоже было у меня. Потому что, опять же, на протяжении всех отношений до проекта, во время проекта, я не пытался понять, что она ко мне чувствует, и никогда этим не интересовался. Это все было сумбурно и непонятно. А вчера я впервые спросил у нее, а что ты ко мне чувствуешь и как ты это ко мне чувствуешь? Я на нем другим взглядом.